Здравствуйте! Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Audi TT 2008 года выпуска. Объем двигателя 2 литра, CDLB. Пробег автомобиля 182 207. Крышка и маслозаливная горловина чистые, нагара эмульсии нет. Проводим тестирование камеры сгорания. Утечка в первом цилиндре 10%. Утечка во втором цилиндре 15%. Утечка в третьем цилиндре 5%. Утечка в четвертом цилиндре 5%. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.